Всем привет, меня зовут Ермоленко Игорь, вы смотрите видео дневник день за днем. День у нас сегодня 3 июня 2014 года, день недели вторник. Вторник, время сейчас 2 часа дня. Я нахожусь на Павелецкой площади, напротив Павелецкого вокзала. Так, что я тут делаю? Ну, во-первых, я здесь работаю недалеко. Ну, во время обеда решил сходить, прикупить билетики себе в отпуск. 27 числа планирую выехать в Адлер. Вот. А 4 числа планирую приехать обратно. Так что, пока у меня есть 20 минут, думаю, прикуплю билетики. Уже посмотрел, какие поезда будут. Ну и время, в принципе. Идем покупать билеты в отпуск. Время 2:20. Нифига, я не успел купить билеты. Очереди, елки-палки. Ну, так что купим после работы. Это особо не горит, конечно. Так что идем работать дальше. Время 6:30. Попытка номер 2 приобрести билеты. Так. Ну, думаю, в этот раз мне повезет. Время у меня сейчас не ограничено. Так что идем покупать билеты в Адлер. Говорите, я вас слушаю. Так, сейчас. 27 июня, 202М, Адлер, Москва. Точнее, Москва-Казанский Адлер. Одну секундочку. 27 июня вы едете куда? В Адлер. 23:50 отправление. Здесь плацкартные места верхние, нижние, боковой, в конце вагона будут. Вот, давайте, да, плацкартный, верхний. Там совсем в конце вагона, да, будет? Нижнее боковое в конце вагона, верхнее в середине. Вот, верхнее боковое в середине. Верхнее не боковое, в середине вагона. Ну, пойдет. Обратно когда? Обратно 4 июля 2306, номер 472C. Так, нижние места есть боковые на обратный путь, верхние не боковые. Ну, тоже верхние, давайте какой-нибудь, в середине вагона. Значит, отправление будет 27 июня, 23:50, в пятом вагоне Казанского вокзала будет 16-й, верхняя середина вагона. Шикарно. Обратно едете 4 июля 23:06, Адлер, Москва, в 10 вагоне, 8 место. 5,226 рублей за все. Пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо. Москва есть. Он отправляется ночью, это уже 16-е будет, да? Ночью в ноль. 12 июня. Билетики в отпуск куплены. Не прошло и 40 минут, елки-палки. Чувствую себя старпером каким-то. Блин, стоял 40 минут в очереди. Жесть, лучше бы я зарегистрировался на сайте, на этом РЖДшном, и купил бы, распечатал и не парился. Ну ладно, это нисколько не обращает радостного события, что билеты в отпуск уже приобретены. Так, можно ехать домой стабильно. На Беляево. Сейчас, короче, девушка в Ашане настроение подняла. Покупаю хлеб, короче. Стою на кассе, выплачиваю. Она такая: где я могла вас видеть? Я говорю: даже не знаю. Она: наверное, в Сбербанке. Я говорю: не, наверное, в интернете, скорее всего. Ага, говорит, точно. И вот так, первый раз в жизни меня кто-то угадал. Ура! Время 9:30. Половина десятого уже? Да, уже 9:30, прикинь. Короче, мы с Анькой решили сходить на эту, как бы, на детскую площадку, покачать бицуху немного. Ну и не только бицуху там. Что мы будем качать, Анька? Ноги. Ноги будем качать, крылья, да, там трицепсы, бицепсы, грудак, трапецию. В общем, всего понемножку будем качать.
Вот. Ну, передай привет моим зрителям. Привет. Ай, скромняшка. Ладно, идем заниматься, в общем, спортом. Время 10 часов. Мы с Анькой уже пришли, точнее, идем с этой чудо-тренировки с нашей. По 3 подхода на брусьях, на турнике. Прям так, основательно. Мышцы болят? Да. Вот даже у Аньки мышцы болят. В общем, ладно, идем домой. Будем отдыхать. И мышцы будут тоже отдыхать. Круто, да? Ага. Ну, в общем, занимайтесь спортом иногда. Хотя бы иногда занимайтесь спортом. Это очень полезно. Это полезно. Она опережает мои слова. Время 22:10. Уже прибыли мы домой. Анька ужинает вроде. Как? Да. Ну, а я уже давно поужинал. Поэтому я пью после тренировки кофе с молоком, со сгущенкой. Утоляю жажду, наслаждаюсь вкусом. Но он такой горячий. Сама пить не спеша. Наслаждаться вечером. Наслаждаться прохладой. Легким бризом. Почти морским. Что хотел бы отметить. Купил же я сегодня эти билетики, да? Билетики в отпуск. Вот. Самое главное, что туда доехать стоит дешевле, чем приехать обратно. Точнее, нет. Туда приехать стоит дороже, чем приехать обратно сюда, в Москву. В общем, с Москвы в Адлер стоит 2564 рубля, а с Адлера в Москву стоит 2460, то есть на 104 рубля даже дешевле. Вот так вот. Ну что, теперь живем в ожидании отпуска. Осталось каких-то, сегодня третье у нас, каких-то 24 дня, 3 раза по 8. И все. Ну, 3 недели и 3 дня. Ну, на самом деле, я уже в отпуске, я уже в предчувствии того, как я буду целых 33 часа ехать туда, в предвкушении отпуска. Потом буду целых 4 дня там отдыхать, наслаждаться ничего не деланием. И потом обратно 37 часов расслабухи и ожидания Москвы. И что самое интересное, что мне нравится в таких поездках, да, нравится предвкушение вот самого этого отдыха, ожидания, да? И нравится еще то, что таких, как я, будет, блин, весь поезд. Те, кто тоже едут также в ожидании, кто решил поехать на поезде, ехать там 30 с лишним часов, а не так, что сел на самолете, да, там 2 часа, и ты уже на месте. Даже и не почувствовал этого предвкушения, понимаете? А так ты едешь, я сяду в 23:10, я... Ночь просплю, проснусь в пути весь день, потом еще раз засну. Только аж... Ну, в общем, будет все круто. Красота. Знаете, выражение есть такое? Аж жопа улыбается. Вот у меня сейчас то же самое. У меня аж попка улыбается от счастья. Ну вот. В принципе, это самое главное событие сегодняшнего дня, да? Билетики в отпуск, приобретенные. Ну, на этом, наверное, все. Всем пока, всем удачи, всем спасибо за внимание. Занимайтесь спортом, ездите в отпуска, желательно на поездах, в жаре, в духоте, в плацкарте. Вот. Да. Arrivederci.